Друзья, всем привет! Сегодня понедельник, всех поздравляю с началом недели. Так, я уже сделал одну заявочку и решил заехать на автомойку. Посмотреть, грузовая автомойка работает или нет. В тот раз мы ездили, она была что-то закрыта как-то. Непонятно. Сейчас подъеду, посмотрю, если она открытая. Немножко хочу сполоснуть кабину спереди. Чуть-чуть там, на рублей 100. Потом мне надо на шиномонтажку заехать. В общем, посмотрим. Сегодня времени предостаточно. Посмотрим, чем заняться. Друзья, как всегда, хочу всех поблагодарить, что смотрите. Оставляйте комментарии, друзья. Скоро открытие мотосалона. Роллинг мото. Ничего себе. Так, сейчас посмотрим, работает она или нет. Тут раз нам стояли... А, не работает, друзья. А я смогу сюда заехать мордой? Наверное, смогу. Наверное, смогу. Заеду и сполосну. Все, заехал. Мне только что? Мне только спереди сполоснуть и все, больше не надо. И вот тут вот немного кузов. Сейчас сполоснем быстренько. Немножко сполоснул, обтер. Так, нам нужно с вами заехать на шиномонтажку. У меня что-то заднее правое колесо спустило, друзья. Надо заехать. Там у меня шиномонтажка. Ладно, может, другую где-нибудь найдем. Надо срочно подкачать. Ну, приехал я, ребят. Короче, сполоснул машинку. Ну и так, более-менее нормально. Но не нравится мне эта автомойка, друзья. Почему не нравится? Потому что раньше как было? Ты засовывал 100 рублей, начинаешь машину мыть. Если пистолет остановил, имеется в виду не включенный, то у тебя на табло останавливается, как говорится, цифры не убавляются. Денег сколько там? 100 рублей засунул, пистолет нажал, у тебя там отщелкивается. Остановил пистолет, деньги останавливаются. Сейчас нет. Сейчас просто засунул 100 рублей, и она у тебя идет 85, 84, 83, 82, и пошло. И даже если у тебя пистолет выключен, ты хочешь где-то посмотреть или определиться, где тебе лучше помыть, все равно у тебя отщелкивается. Ну, в общем, я на 100 рублей, мне не удалось помыть, помыл я на 200 рублей. Ну и бог с ним, ладно. Мне, смотрите, что дали, какой аппарат в офисе, сказали выбросить. Ну а что его выбрасывать, я его просто разберу, фас какой-то, Panasonic, разберу, может там какой-нибудь металл есть. Вот уже есть металл, вот уже нашли. Госкомсвязь России, нифига себе. Делать нечего, разберу его там, какие-нибудь железяки. Буду подкапливать, потом накоплю какое-нибудь энное количество килограмм и сдам. Правильно. Сейчас, короче, пообедаю. Не знаю, чем заняться, честно говоря, друзья. А, хотел же я на шиномонтажку заехать. Проехал 4 шиномонтажки. Все 4 шиномонтажки заполнены. А пятой вообще нету. Убрали почему-то, не знаю почему. Ну ладно. Подкачать колесо не проблема, в принципе. Сейчас вот позанимаюсь здесь чем-нибудь, потом поеду, подкачаю колесо. Ладно, сейчас пока пообедаем. Ну все, немножко перекусил, друзья. Пойдем собак покормим. У меня там немножко кое-что есть. Я тут им собрал. Такие косточки какие-то есть. Сейчас им дадим. Пусть покушают тоже. Ну что, барбосы, привет. Барбосы, малой. Че, малой? Сейчас всем помаленьку дам. Всем помаленечку. По чуть-чуть. Покушайте хоть. На, косточки. Давай, кушай. Кушай. Старый, привет. Красавчик. Сейчас всем дам чуть-чуть. Всем по чуть-чуть дам. На, кушай. Че, красавчик? Привет. На, кушай.
Смотрю, у вас чисто, вода есть. Молодцы. Старый, только ты опять обосрался. Ну вот как ты так вот, вот как ты так можешь? Нифига ты слопал. Ты хаваешь, конечно, серьезно. Малой тоже съел. У малого тоже все чисто, вода есть. Че, малой? А? Че ты боишься? Че боишься? Ай. Ладно, пацаны, деньги будут, я вам что-нибудь куплю, каких-нибудь лапок, да? Вы покушаете. Вы же не сильно голодные? А? Не сильно голодные? Старый боится постоянно. Ладно, не гадьте только сильно, а то вас кормить не будут. Оп, все. Давайте. Чуть-чуть перехватили, все нормально. Все. Вот такой аппарат имеет, друзья, да? Раз, трубку взял. Алло, куда везти? Сейчас я его разберу, друзья. Сейчас мы его разберем. Что-нибудь. А здесь в коробке вот такой шнур был, друзья. Я не знаю, что за шнур. Но я его не стал выбрасывать, он вообще новый. Оставил его на всякий случай. Мало ли, вдруг у меня как пригодится. Такие шнуры выбрасывать не надо. Хотя он может быть и не нужен. А этот сейчас разберем. Panasonic. Посмотрим, что там, что в нем есть. Что-то я смотрю, друзья, тут ничего ценного нету. Платы. Ну, может, эти платы даже и принимаются где-то. Не знаю. Ну, а так делать, отделать нечего. Разберу его просто. Ну, как я и предполагал, ничего в нем нету, друзья. Один мусор только в нем. Вот. Пару железяк. И платы. Ну, платы я не знаю. Платы, наверное, где их. Где их можно продать? Это я уже не знаю. Ну ладно, нет так нет. На нет и сюда нет. Тут какая-то медь, ну это просто смешно. Тут 1 грамм меди. Золота нет, хотя кто его знает. Может кто-то переплавляет и золото отсюда выливает. Или как правильно сказать. Ладно. Вот так вот, Panasonic отработал здесь на Вородинской. Подкачал колесо, посмотрим, будет спускать, не будет. А то надо, мало ли что везти. На колесико спущенное. Так, друзья, я, короче, скачал приложение. Свист называется. Вот по этим нашим... Ну, блин, Игорь, ну затупил. Ну, что ты такой тупой-то? Самокаты. Друзья, я скачал, короче, это приложение. Все, хотел я из дома доехать до работы и показать вам. Ну, что-то пошло не так, потому что денег на карте нету. Надо, чтобы было, грубо говоря, 300 рублей. 50 рублей за, как говорится, что ты берешь. Этот, блин, в голове у меня один мотороллер. Да какой мотороллер, Игорь? Ты что такой тупой-то? Самокат, ёбанзи, блин. Самокат. И это самое. Списывается 300 рублей, а потом по окончании, как говорится, поездки, они как бы там тебе обратно активируются. Снимается определенная сумма, там 50 рублей и 6 рублей минута. В общем, я скачал, друзья, и сейчас уже можно смотреть и видеть, где... У нас находятся мотороллеры, самокаты, короче. Вот я вот сейчас проезжал, 2 самоката мне показало, и поблизости больше нету. Вот я где еду, показано. И сейчас внизу где-то еще будет, сейчас посмотрим где. Где-то внизу еще аж 4 самоката, друзья. Сейчас посмотрим, где они находятся. И все, вот как у меня появятся деньги на карте, мы с вами обязательно прокатимся. Это вот мы приближаемся, вот где-то должны... А, вот они, самокаты стоят, друзья. Ну, езжайте. Вон они, пожалуйста. Приложение все показано, где и сколько стоит. Сколько у него осталось, на сколько километров зарядка и т.д. и т.п. Блин, ну нормальная тема. Я обязательно хочу прокатиться вообще. Надо было, конечно, на выходных заснять. Но что-то мне, знаете, бывает такое, лень было вообще, просто лень. У нас в субботу была погода, друзья, до 16 градусов тепла доходило. Вообще просто такая теплынь была вообще. Потом воскресенье, что-то минус 7.
Ой, минус 7. Плюс 7 всего. Сегодня тоже там, я даже не знаю, сейчас посмотрю, сколько градусов. 5 градусов тепла. Ну, так себе. Ну, все равно тепло, не холодно. Не как в Сибири или как на Урале. Так что на этом самокате, друзья, мы с вами обязательно проедемся. Блин, для телефона надо обязательно какой-то энергонайзер или держатель какой-то, блин, сделать, купить где-то, найти. Блин, так в руках неудобно. А так поставил его, и так все видно, в принципе. Удобно было, так поставил, и все. Блин, в руках держать, конечно, или где-то здесь. Неудобненько. Запрет на движение что-то мне показал. Какой я никуда не еду. Уп-уп-уп-уп-уп-уп. Где-то тоже здесь показывают. Я проехал уже. Где-то тоже пару самокатов показывают. Где-то проехал, не заметил. Вон здесь где-то показывает. Сейчас посмотрим. Где-то тут самокат должен быть стоять. А, или я проехал уже. Я проехал. Непонятно, короче. А так удобно. Ну, когда едешь, не совсем, как говорится, это комфортно так. Ладно.